15 мая. Вы должны кое-что обо мне узнать. В этом блоге я хочу быть максимально искренней с вами. То, что со мной происходило за время отсутствия, не передать словами. Разочарование, обиды, поиск себя, работа над собой, отношениями, непринятие себя. Я, правда, запуталась в своих целях. Я много проводила времени дома, прорабатывала свои страхи, проходила множество курсов. Я металась от того, чтобы полностью удалиться из социальных сетей, потому что весь этот обман, который я видела, меня расстраивал. Не сами люди, а то, что я была такой же. Отвращение у меня шло к себе, потому что я в первую очередь понимала, что все это было во мне. Я сейчас читаю эти строки и понимаю, какой большой путь я на самом деле прошла. И вот я нашла то, что заполняет меня изнутри. То, что вечно. То, что поможет людям перестать страдать и заполнять пустоту. Я сейчас не говорю о алкоголе или еде, я говорю о гонке, в котором мы с вами так с радостью, с таким рвением вошли. Да я и сама это пропагандировала. Цели, рост, продуктивность. Это все действительно хорошо, но до тех пор, пока это не превращается в наркотик. Да, в любом случае, это лучше, чем быть наркоманом или просто просиживать свое время на диване. Но давайте смотреть правде в глаза. Сколько успешных людей на картинке, в Инстаграме или в любой другой социальной сети приходят домой и страдают, имея все, казалось бы, чего им не хватает, но они страдают. И они пытаются заполнить эту пустоту внутри. К сожалению, не все показывают эту сторону. И в своих блогах они создают впечатление счастливых людей с картинки. Слава богу, сейчас в тренд входит реальная жизнь, которая не травмирует психику людей, наблюдающих за блогерами. Мы все стремимся быть похожими на успешных людей, как нам кажется. И достигнув спустя годы того же, что и они, мы садимся и задаемся вопросом. То есть в этом было наше счастье, это была наша мечта, но где затерялось это счастье? Вы в итоге, возможно, даже стали менее счастливым, чем когда вы просто жили и наслаждались тем, что у вас есть. Окей, мы ставим еще более глобальные цели, мы думаем, вот, оно нам поможет. Добившись которых, мы понимаем, что нам мало, и это постоянная гонка, круговорот. И пустота внутри становится все шире и шире. Вам кажется, что никто не может помочь. Вы закрываетесь и говорите себе, окей, теперь надежда только на себя и на грядущее будущее. На грядущее будущее, которого по факту не существует. Мы это придумали все сами. И также сами мы можем полностью себя перепрограммировать и стать абсолютно новой личностью. Сейчас во Вселенной и вообще в мире время перемен. Люди переходят на духовный уровень, даже неосознанно, даже не делая каких-то определенных серьезных практик. И это круто, это классно. Сейчас я говорю с тобой, я понимаю, что я сказала перед видео, чтобы божественный поток пошел через меня, чтобы я могла помочь большему количеству людей, чтобы они улыбнулись, чтобы они поняли, что на самом деле цели — это важно, но в первую очередь важно ценить настоящий момент. Вы должны знать правду. Вы можете быть счастливы, без условностей. Я просто больше не могу молчать. Я вам это покажу. С божественной силой, с Богом, постепенно, шаг за шагом. Просто доверьтесь. 3 месяца на Бали, Индия, сколько всего впереди. Я уверена, что вам понравится, и вы вдохновитесь и откроете для себя нечто большее, чем просто YouTube. Я постараюсь передать вам всю мощь, все, что я накопила за это время, и я надеюсь, что вы меня поддержите. Я не то что надеюсь, я знаю, так что...